За час існування міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотая пчелка» у ім приймали удел колективи з 23 країн. Сьогодні упершиню на конкурс приїхали юні артисти Сербії. По традиції у городському парку міста Климовіші каля скульптурної композиції «Золотая пчелка» заклали знак символічної соти. Гонорову місію виконали старшиня Климовіцького райвиконкаму Василь Захаренко і керівник ансамбля народного танця з міста Белград Заран Митровський. Это очередная страна. Все страны, которые побывали у нас на фестивале, они, делегации этих стран, заложили свои таблички возле памятного знака нашему фестивалю «Золотая пчелка». Для Климовича это действительно событие. И особенно для местных жителей это праздник и очень масштабный праздник. Мы здесь очень приятно чувствуемся, чувствуем славянский дух, понимаете, что мы никогда не были в этой части Европы, и все, организация профессиональная, очень довольны.